Южные ворота Самары преобразятся. На путепроводе «Аврора», обновление которого началось 1 апреля, всего за несколько ночей подрядчик справился с фрезерованием. Причем изношенное покрытие успели удалить и на мосту Южный. Работы ведутся в интенсивном темпе. Подрядчик нацелен на то, чтобы завершить обновление объектов общей протяженностью свыше 1 километра как можно скорее и предоставить беспрепятственный проезд по путепроводу и мосту. Предприниматель Гусейн Гусейнов уверен, первое, что волнует каждого автомобилиста, это качество дорог. Ямы, колейность и трещины на асфальте приводят к поломкам ходовой части машины. Немало неудобств доставляют и стыки деформационных швов мостового перехода. Я сейчас вот еду по этой дороге, и, конечно, деформационные швы очень чувствуются. И если так много ездить, конечно, то потом летает в копеечку. Приходится очень много денег оставить в автосервисе на ремонт подвески и ходовой. Большое спасибо дорожным рабочим, которые это сейчас заделают, и будет намного удобнее передвигаться по этой дороге. С учетом обращений горожан, Южный мост и путепровод на улице Авроры по поручению главы города Елены Лапушкиной были охвачены ремонтом в числе первоочередных объектов. По основному ходу дороги в одной плоскости с деформационными швами укладывают современную асфальтобетонную смесь «Щема-16». Ее состав позволяет улучшить качество дорожного покрытия, делает его более прочным и надежным. Рабочие трудятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. На данном участке очень большой поток машин. То есть это непосредственно почти одни из главных центральных ворот въезда в город. И поэтому все работы по устройству асфальтобетонных смесей происходят ночью, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд жителей города, а также общественного транспорта. Это участок, перемычка между Южным мостом и путепроводом «Аврора». Выполнена будет одна полоса, после чего будут проведены испытания асфальтобетонного покрытия. Если испытания в лабораторных условиях пройдут успешно, то подрядчик продолжит устройство покрытия. Если хотя бы один из показателей не будет соответствовать действующим ГОСТам, то работу подрядчику придется переделать. Будут выполнены работы по замене верхних условий асфальтобетона, приведены в порядок деформационные швы, на которых водители и большинство жителей жаловались. Теперь будет полотно ровное абсолютно, никто не будет испытывать никаких проблем. Особенно аккуратно смесь подведут не только к деформационным швам моста и путепровода, но и к системе дренажа и ливневой канализации. Но автомобилистам стоит запастись терпением. Если пока ремонт идет по одной полосе, а остальные три остаются свободными для проезда, то в ближайшие выходные для наращивания темпов работ по устройству нового дорожного полотна планируется выход сразу двух асфальтоукладочных комплексов. А значит, временно изменится схема движения транспорта. Рабочие намерены занять сразу две полосы, пролегающие в одном направлении, на въезд в город. Транспортные потоки будут перенаправлены на вторую сторону путепровода. Таким образом, на ней одна полоса будет работать, как и прежде, на выезд из города, другая – на въезд. Окончательное решение подрядная организация примет во взаимодействии с Департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары в ближайшее время. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.